Сегодня 29 октября. Сейчас сниму дорогу на пляж с нашего отеля. Так, вот наш отель. Идем на пляж. Где-то мой орешек застрял. Вот он идет, турист. Тут рядом прокат есть машин, велосипедов, самокатов. В общем, цены очень дешево. Мы брали тандем на двоих. Так, $7 нам вообще за 5 отдали на целый день. Так, велосипеды простые, стоят по $7 на день. Но мы что-то решили первый раз в жизни попробовать на тандеме. Очень сложно вдвоем. Особенно второму, кто сзади сидит и не видит, что там впереди творится. Да, Орешек? Ну, я сидел, я спереди. Ну, ты сзади пробовал. В общем, когда он сел назад, мы после решили просто сдать велосипед обратно в прокат. Потому что спереди было слабое звено. А так в обед мы нормально на нем съездили до рынка, закупились. Тут цены вообще смешные. Мы видео снимали. Народу пока никого. Время 9 часов. И сегодня что-то все затянуло небо. Дни была погода хорошая, а сегодня подвела. Мы сегодня ночью как раз уезжаем с отеля. 8 утра у нас самолет. За нами сказали в 2 часа ночи приедут, потому что мы в самой Волании. Нас сюда привозили самыми последними туристами. И отсюда будут увозить самыми первыми. Но море сегодня зато спокойное. Вчера вообще шторм был. Без очков. Да, Орешек, как всегда, без очков остался. И покупать немножко жабу поддушивает, потому что дома штук, наверное, 20 еще. Да. И последний день. Ну и погода пока не солнечная. Они пока, в принципе, не нужны. Да, Орешек? Ну, не. Зачем тебе нужны? Опухшие глаза. Ну да. Все, пока.